Анекдот на злобу дня от Джеки. Короче, девушка приходит в аптеку и говорит: дайте мне презервативы. А продавец говорит: а какие вам размером? А та говорит: а я не знаю. Ну, а примерно, говорит. Она говорит: ну где-то вот такие, говорит. Короче, девушка заходит в аптеку и говорит: а у вас есть презервативы со вкусом яблока? Та говорит: ну, есть, конечно. А со вкусом банана? Ну, и с бананом есть. А говорит: с апельсином есть? Ну, есть, конечно, говорит. А с гранатом, говорит, есть? Слушай, тебе, говорит, хуй сосать или компот варить? Мужик забегает в аптеку и кричит: дай ты мне гандон! Продавец говорит: да тише, мужчина, на ушко, что ж вы так кричите? Да нахуя мне на ухо, мне нахуя, блядь! Короче, внучок подбегает к деду, старому, 95 лет, и говорит: дед, тот что такое, внучок? А ты, говорит, вот тебе 95 лет, ты, говорит, ну прям как на 60 выглядишь. Вот бегаешь еще такой живенький. Ты, наверное, говорит, никогда не пил? О, внучок, говорит, видишь вот те вот два ставка воды? Тот говорит: ну да, дед, вижу. Так вот это, говорит, я за всю жизнь сколько водки выпил. Тот: ого! Побежал, короче, к пацанам. Пацаны его там накрутили. Прибегает, говорит: дед! Тот: что такое, внучок? Ты, говорит, наверное, никогда не курил, раз вот такой вот бодрячком. О, внучок, говорит, видишь вот те, говорит, вон, говорит, внизу две большие кучи сена. Тот говорит: ну да, вижу, дед, вижу. Так вот это, говорит, я за всю жизнь сколько скурил. Тот: ого, побежал, короче, пацанам рассказал, пацаны его накрутили, прибегает, говорит: дед! Тот: да что такое еще? Ты, говорит, наверное, мало в жизни сексом занимался, коль так вот сохранился бодрячком такой. О, внучок, говорит, видишь, говорит, вон вот та гора сена. Ну да, говорит, дед, вижу. Так вот это, а она, говорит, горе, видишь, коса торчит. Ну да, говорит, дед, вижу косу, вижу. Так вот это, говорит, ко мне смерть приходила. Так я ее так отъебал, что она косу забыла.